Во. Вот все мои вкладки видны. Ой-ой-ой. Так, давайте посмотрим, с чем мы имеем дело. Рэнд Блэкхэнд за 7 маны 8-4, Battlecry. Если ты Holding a Dragon, во-первых, непонятно, что означает механика Holding a Dragon. Раньше не было такой механики, можем только догадываться. Но, как правило, если бы дракон не требовался на столе, то уже есть такая механика, она называется If you control dragon, там, например, if you have a dragon. Ну, в общем, скорее всего, if you control, если бы требовался на столе. Holding, скорее всего, практически наверняка, но точной информации нет, это держишь в руке. Соответственно, когда ты разыгрываешь, если у тебя в руке есть дракон, ты уничтожаешь легендарного миньона. Во-первых, здесь есть условия. Не просто так уничтожает. Может, у тебя и не будет дракона. Тем более, драконов-то не так много. Во-вторых, он стоит очень много маны. 7 маны — это много. В-третьих, легендарных миньонов может и не оказаться. То есть, не так много легендаров. Не, ну, скорее всего, найдет свой таргет. Но если ты играешь против какого-нибудь, скажем, Ханта, или Зоолока, или Мехмага, то он будет лежать пустым грузом, не делать вообще ни черта. Таких колод, как мы знаем, много. Ну и самое последнее, у него очень маленькая задница, 4 хп, это вообще несерьезно, ребята. Короче, не нравится мне, не нравится эта штука. Ни в ранкеде, ни на арене. На арене легендарок мало, а в ранкеде слишком много но. Привет, Наташа, выздоравливай, поправляйся. Давайте дальше посмотрим. Грим Патрон. Когда этот миньон получает дэмэдж и выживает, ну, survive, то есть переживает дамаг, ты суманишь еще одного точно такого же грим-патрона. За 5 маны 3-3 это, конечно, несерьезно. За 5 маны 3-3 его бах убьют, и сразу он ничего не присумонит. И он еще иерарх, кстати. Но как можем это комбить? С какими-нибудь варовскими топорами 4-2, да, которые ауешат всем по одному. Опять же, с той же варовской картой всем по дамагу. Но смотрите, вот, допустим, мы играем за 5 маны чувака 3-3. Тут же как-то наносим дамаг. Этот чувак превращается в чувака 3-2 и суммонится еще один чувак 3-3. То есть при определенных условиях, если нам прокнет, мы можем за 5 маны призывать чувака 3-2 и 3-3. Ну, как-то стремновато, если честно. Бесконечно крутить их вряд ли можем. Собираешь комбу из нескольких карт, чтобы получить не очень сильный выхлоп. Что-то маловато, ребята. Не нравится мне эта штука. Hungry Dragon. Голодный дракон. Ну, кстати, дракон тут. Предыдущую карту. Battlecry. Призвать рандомное одномановое существо для вашего оппонента. За 4 маны 5-6, конечно, это очень круто. На первый взгляд, за 4 маны 5-6. Ого, это как Йети, только еще круче. Вот, но давайте подумаем об этом миньоне за одну ману. Большинство миньонов за одну ману это какой-нибудь 2-1, а может еще даже и Сабилка какой-нибудь, не знаю, или Прогном, или Механогном. И получается, что если мы на четвертый ход просто ставим чувака 5-6 и передаем ход, то существо одномановое, которое мы призвали, идет в ответ, и наше существо превращается в существо 5-4 за 4 маны. А это вообще ни разу не круто, ведь никто не играет вот этими страусами 5-4, потому что они полный отстой. То есть, чтобы этот дракон играл, у нас должна быть возможность, как только мы сыграли дракона, сразу зачистить существо. А это, опять же, дополнительные условия. В общем, есть у меня сомнения. Конечно, 5-6 это круто, но сомнения есть. Все-таки 5-4 за 4 маны не круто ни разу. Blackwing Technician, Battlecry. Если у тебя есть дракон, получи +1/+1. Вот это, на мой взгляд, бомба. Если будут играбельные драконы и не придется класть всякий шлак в деку ради этих чуваков, то за 3 маны 3-5. Ну, без вопросов, это очень круто. Супер карта, ребята. Если будут драконы. Blackwing Technician. И картинка классная. Одноглазая гоблинша. Dark Iron Skulker. Роговская карта, по обложке видно. Battlecry, когда ты его разыгрываешь, наносит 2 дамага всем неповрежденным вражеским миньонам. Во-первых, здесь очень важное слово «вражеским» своих ты не покоцаешь. Ну да, неповрежденным это, конечно, дополнительное ограничение, но тем не менее, за 5 маны 4-3 и на ту сторону консекрашка. Ну, в лицо она не ударит, но зато миньонов практически всех перебьет. По-моему, очень крутая карта. Мне она нравится и, возможно, она даже будет играть, ребята. Выглядит очень неплохо. Так, ну что, там еще какие-то карты есть? У нас есть мувик. Карт, по-моему, больше нет. Все, нет больше карт.